Я смотрю на мир и понимаю, как он выглядит. Из-за этого я рисую. Меня зовут Лев Бородулин. Младший. Мне 9 лет. Я самый молодой художник в мире. Я каждый день рисую, я вам не вру. Каждый день. У меня за год накопилось больше 300 рисунков, я считал. Ну, у меня в школе есть одноклассники, которые смеются над моими рисунками. А я просто им верю и очень боюсь, что я реально некрасиво рисую. Я им поверила один раз. И мама сказала, что над тобой же не смеются те, кто у тебя купили картины. Еще мне говорят, что я рисую современное художество. Ну, я так и не понял, что это. У меня была выставка, я вообще думаю, что у меня ничего не купят, потому что, как вы знаете, я вам рассказывал, что я думаю, что я уродско рисую какую-то наркоманию, потому что что мне приходит в голову, то я рисую. Например, я даже гей-клуб нарисовал один раз. Но это для шуточки. Но это не шутка, это я просто нарисовал. Ну, просто мне это в голову пришло. У меня на выставке купили 10 картин. Вы скажете, вот это поворот. Там у меня купил один популярный коллекционер, несколько популярных коллекционеров. И он еще сказал, что я красиво рисую. А я думаю, что я уродство рисую. Я смотрю на мир и понимаю, как он выглядит. Из-за этого я рисую. И если я вижу какого-то человека, который я не видел, вот это меня вдохновляет. Потому что, мне кажется, нужно сделать зарисовку сразу же, а потом дома постараться нарисовать. Я всегда, когда чего-то вижу, я рисую, чтобы это запомнить. Я назвала свою выставку ФОМ, потому что это мой фирменный знак. ФОМ – это мое второе имя. Нигде такого ФОМа нету. И там мои самые любимые буквы. Я написала ФОМ. Самый лучший мой персонаж – это только скелет ФОМ, который обычно появляется. Я начал рисовать где-то с 3 лет. У меня даже одну работу купили, где я ее рисовал в 3 года. Я иногда про Израиль думаю. В Израиле у меня есть родственники, и у меня есть дедушка Лёва. Он фотографировал и сделал весь огонек Советский Союз, СССР. Он у нас фотограф. Я даже нарисовала на одной картине его в тот же день, когда он умер. Это очень было похоже на него. Мы ходили на Васнецова и еще ходили на современные там работы. Мне еще нравится очень сильно Ван Гог, но мне кажется, что я думаю, что я буду как Ван Гог. Типа, меня будут все думать, что я уродско рисую, потому что, типа, да, мне что в голову приходит, то я и рисую. Но нет.